Защитить летний театр от застройки пытаются общественные организации «Всеукраинское объединение «Автомайдан» и «Зеленый лист». Активисты добиваются отмены решения исполкома горсовета об утверждении проекта благоустройства территории театра. Дело дошло до апелляционного административного суда. По мнению общественников, решение о благоустройстве летнего театра принято исполнительным комитетом с нарушением законодательства. Есть только эскиз, не обнародованы подробности проекта. Нет согласования с департаментом охраны объекта культурного наследия областной государственной администрации. Воно має наслідком злочинну бездіяльність міської влади, воно має наслідком руйнацію історичного культурного середовища і цілісного ансамблю міського саду. На данный момент собственником недвижимого имущества на территории летнего театра является совместное предприятие «Солинг». Проект благоустройства создает благоприятные условия для застройки участка. На месте общедоступной зоны отдыха с концертной площадкой бизнесмены хотят возвести торгово-развлекательный центр. Административный суд первой инстанции отказался признать решение исполкома незаконным. Дело рассматривает апелляционная коллегия. Ця територія варта набагато більшого, ніж те, що там зараз імітують і роблять. Ми, звісно ж, за те, щоб там було відкрито культурний простір для одеситів. Ми, звісно ж, не хотіли, щоб там були ці напівзруйновані будівлі і заброшена територія. Але все треба робити в межах закону. Бо коли це все відбувається приховано від одеситів, коли це все відбувається без жодного погодження профільного компетентного державного органу, то мы потом отримаем и другую Аркадию, и все, что угодно. Рассмотрение апелляционной жалобы общественников по летнему театру будет продолжено.